Выставка детских зарисовок и этюдов разместилась в Музее обороны Брестской крепости. И в первый же день работы, день открытия, получила популярность. Посмотреть на удивительный мир юношеского творчества пришло большое количество гостей. Работы, представленные на вернисаже, результат тематического пленэра. В прошлом году мы выделили две группы старшеклассников, которые целую неделю, каждый день приходили и вот работали. Ну, у некоторых было две работы, три, кто сколько смог за это время успеть сделать. Ну и вот результатом получилась выставка. Почти три десятка работ, а именно столько видов смогли запечатлеть на своих полотнах юные художники, удивляют зрителя. Несмотря на то, что изображены на них давно знакомые элементы фортификационного сооружения, в каждом можно найти новое отображение и видение. У художественных детей нельзя отнять то, что они вот как-то видят уже с позиции законов, они изучают это, они что-то умеют. И поэтому, конечно, работы они такие непростые, непосредственные, как если вот бывают работы самодеятельных художников. А это все же дети, которые уже грамоту какую-то знают, и поэтому у них ее не заберешь, она уже там где-то внутри. Вернисаж, подготовленный учащимися детской школы изобразительных искусств имени Алонцева, тематический. Он приурочен к тысячелетию областного центра и году Малой Родины. В целом перечень мероприятий, запланированных на 2019, довольно обширен. Мероприятий Брестской художественной школы к тысячелетию будет много, в том числе и международного характера. Как вы знаете, 2019 год – это год не только тысячелетия, но и Брест у нас будет культурной столицей СНГ. И вот одно из мероприятий будет в июне месяце, это будет международный пленэр. На него съедутся представители, дети со стран СНГ. Это у нас будет большая красивая выставка. Посмотрим, что у нас получится. Ну, конечно, тема какая? Тема будет наша, которая представлена и на наших вот работах сегодня. Это Брест, старинный Брест, наша Брестская крепость, Беловежская пуща. Живописные этюды и рисунки, созданные в рамках пленэра, ребята передают в дар мемориалу «Брестская крепость-герой».